лес этот залом. Вон там вон река. Ушел я от нее. И иду сейчас по старому руслу. Ну не по старому руслу, это вот камни несла река в полноводье. То есть тут не было. Было достаточно заросшее местечко. Но она пробила протоку. И вот теперь тут течет даже ручей местами. То есть это все вот за 2 года. Вот тут протока целая. Ну и там где-то она даже глубокая. Тут, кстати, рыбки могут быть. Я еще и в сапогах утонул. Ёпа-на-ма. Вот это да. И вот это причем у нее берега глинистые, то есть грязные. Ну что, мне придется как-то стороной обходить это все. А на повороте там заломы, я не могу пройти. Там глубоко заломы. Короче, течение, в общем. В итоге вот говорил я, да? Это этот самый наш дальневосточный. Господи, как его забыл. Европейский вот виан. Кстати, нет, это не виноград. Лимонник был в другом месте. Я, по-моему, не снял. Слышно плохо, ну. На грунт камень, щебенку, ямки появились где-то, промыло, где корни попросили. Это вот там вроде помельче, там гравий появляется. Может, я пройду по речке, заломов нет. Вот такие путешествия. Под джунглям, джунгли вполне. Пробило вообще шикарно. Прям текло тут. Такой был бешеный напор, что оно текло просто напрямик. Без зигзага. И промыло берега. Можно хищник 3-4 снимать в Дальнем Востоке. Так. А вот тут вот большая глубина, кстати. Ох, ни хрена там пруд. Это не выход, это пруд. Ладно, все понял. Ухожу я в бок. Вот тут действительно нужны до пуза, до пупа эти ведер. Ну сейчас пойду здесь, но тут, блин, просто бурелом. Ай, блин. Главное спиннинг не сломать. Вот. И глаз, чтобы не отлететь. С джунглями я как-нибудь разберусь, чью-нибудь тропу может найду. Люди-то вот ходили вроде, вот я в океане. Что-то она не дает просто пройти. На руках, на ногах. Так. Выйду я, может, на берег. О. О, грунт хороший. Все. Ну, река не самая большая. Да, уж. Но тут все заросло. Ольхой и ивой. Вот такая вот лужа появилась. Я отбила эту старицу, и она вот такая тут глубина просто. Можно купаться, в принципе, в бассейн до следующего наводнения. Там вот рыбы плавают, гальяны. Надо на берег выйти. Тут где-то должен берег быть. Недалеко. Метров буквально 30-50. Вон, где те деревья, это уже вторая протока. Ширина достаточно большая, но вы видели. Малина опять. Главное не столкнуться с медведем. О, шиповник, класс. Я сегодня уже поел черемуху, малину. Я уже все помню. Ну еще несколько голов.
ним надо полюбляться. Так, сюда я не пойду. Тропа чуть в стороне. Здесь ловил объели. Шиповник не очень сухой. Невкусный. На конашире вкуснее. И больше. Так. Место, где нужно еще порыбачить. Тут должна быть проточка. Были заломы раньше. Не знаю, как сейчас. Что могло все перемыть, когда с луками. Слушай, переката здесь. Потому что ее замыло нафиг. Ха. Что-то от протоки осталось. Жалкая какая-то лужа. А, ну вот, да, я вышел почти. Вернусь надо. Там вот изгиб такой, я его срезал под джунгли. Люди ходили. А, вот они, заломы, вот, шикарный залом. Здесь вот можно было перейти в сапогах. Ага, появилось два залома из одного. Ух ты, ёпан.